В эту пятницу в столице и края начнется театральная весна. Сегодня организаторы фестиваля подробно рассказали о его программе и новшествах. Впервые спектакли будут транслировать в интернете. Кроме того, абсолютно все постановки будут представлять на разных сценах города в течение 10 дней с 17 по 27 марта. Зрители увидят лучшие премьеры коллективов региона. Эти спектакли отбирали несколько месяцев. В итоге в шорт-лист попали 22 театра, в том числе из Норильска, Канска, Шарыпова, Минусинска и Мотыгина. У нас была очень такая масштабная, скрупулезная работа с ноября месяца. Эксперты, театральные критики отсматривали все спектакли наших краевых театров, ездили по Красноярскому краю с ноября. И 28 февраля экспертирование спектаклей закончилось. И второй этап начинается 17 марта. Открытием будет, конечно же, театральная ночь. 27 марта мы узнаем тех счастливчиков, кто станут лауреатами премии фестиваля «Театральная весна». Театральная ночь – это еще одно яркое событие фестиваля. На этот раз акция пройдет не только на сценических площадках Красноярска, но и во всех театрах региона. Каждый из коллективов приготовил для своих зрителей уникальную вечернюю программу. К примеру, в Красноярском театре кукол ждут и взрослых, и детей. Одним предлагают уникальные экскурсии в мастерские, концерт, другим – занимательные мастер-классы. В ТЮЗе будет сказочная феерия. Гостям предлагают прийти в театр в соответствующих нарядах и стать частью мистического действия. Особый дресс-код объявлен театральной ночью и в Пушке. Здесь все будет пронизано духом 50-х, 60-х годов прошлого века. Мы решили вот в том же стиле, стиле буги-вуги, стиле все стиляги к нам, мы решили сделать вот такую ночь. То есть, она все пространство зрительской части вот, будет у нас везде, во всех фойе, везде, где только можно, у нас будут локации какие-то, то есть какие-то мероприятия. Вот, может быть, самые яркие. То есть вот в греческом нашем зале, мраморном зале, так называемом, у нас будут стоять столы, там, значит, будут, на этих столах будут пироги с капустой разрезанные, из-под полы будет продаваться вермут того времени.